Москве, в музее Горького, в доме, который имеет историко-архитектурную значимость, идет концерт молодого пианиста Владимира Могилевского. Звучит Бетховен, одно из сложнейших его сочинений. Бетховен вообще очень труден для исполнителей, но и необыкновенно притягателен. Исполнение Владимира Могилевского привлекает своей мощью и в то же время тонким пониманием стиля этого произведения. Ну вот этот вопрос, как складываются судьбы людей, посвятивших себя творчеству, это всегда и сложно, и все же очень конкретно у каждого. Владимир Могилевский, пианист, молодой человек, но уже имеющий в своем активе и международное признание. Вот я хочу, чтобы вы сами о себе немного рассказали, тем более, что мы беседуем в перерыве вашего концерта, в общем, необычного, в доме музея Горького, в историческом тут доме. Вот, так немного о себе. Ну, я родился в 70-м году в Москве. Вот, закончил замечательное заведение, Гнесинскую школу музыкальную. После этого училище Ипполита Иванова. В прошлом году закончил Гнесинскую академию. То есть вот у меня очень хорошо учили, да. Я очень благодарен своим учителям. Кроме всего прочего, я очень много воспринял от наших великих живущих и, к сожалению, не живущих музыкантов, такие как Горовиц, Эмиль Гилельс, Рихтер, Артур Бештейн. Вот. Я поэтому очень признателен вообще всей мировой культуре и, прежде всего, русской культуре, потому что я считаю, что это огромная просто масса всего, и какие-то чувства, эмоции, и какой-то чистой души, которые просто... Я считаю, что я обязан, если я что-то умею, обязан всему этому. Поэтому тут трудно перечислить всех пофамильно, но вот именно вот этой огромной культуре бесценной. Вот. Что сказать про меня? Я лауреат конкурса международного, который был в Португалии в 92-м году. Я получил там вторую премию и специальный приз за Бетховена. Это была соната, которую я сегодня как раз играл. Мне это было очень важно, как раз этот приз, потому что Бетховен – это любимейший композитор с самого детства. В этом году как раз 225 лет со дня его рождения. Поэтому в этом году я еще подготовил большую программу, где один Бетховен, четыре сонаты представлены. И в этом году, кроме этого, я еще подготовил концерт, второй концерт Бетховена. Я участвовал два года подряд на международных фестивалях на Майорке в Испании. Ну, играл еще в разных странах. Так сказать, все перечислять, наверное, нет смысла, чтобы... Вот. Но самое главное, я хочу сказать, что в Москве я постоянно играю именно вот в таких залах, как сегодня. Это не концертные залы, а это именно исторические вот музеи, где сохранилась совершенно первозданная атмосфера, бесценная атмосфера, которая очень питает меня, которая помогает как-то раскрыться и вдохновляет на будущие какие-то вот мои эксперименты какие-то. Вот. То есть мой поиск будущий. И здесь я играю сегодня третий раз, и мне очень приятно именно этот дом и тот человек, который здесь жил. Сейчас, конечно, мнение как бы меняется, но это все на самом деле, в общем, пройдет. Это, к сожалению, такой, вот, такая внешняя, это как бы пена. Вот. А на самом деле это великий совершенно и гуманист, и великий писатель, который оставил свой громаднейший след в мировой культуре. Так что мне очень приятно здесь играть. Володя, буквально через неделю вы уезжаете на гастроли, на большие. Ну, это для вас приятно или это трудно, или... Ну, какие чувства? Ну, конечно, все трудно, не бывает что-то, так сказать, само собой, но это, конечно, очень приятно, и действительно, я еду в великую страну, это Германия, где просто, так сказать, колыбель, можно сказать, и музыки, потому что многие великие композиторы, как Бах, Бетховен, Моцарт,
Моцарт из Австрии, но в принципе все равно это немец. Вот, все, так сказать, Брамс именно вышли из Германии. Мне, конечно, по-особому как-то такое отношение к этому. Я буду участвовать в международном фестивале, который пройдет в Дюссельдорфе. Вот, помимо этого состоятся еще концерты, не в рамках фестиваля. Вот, как раз я буду играть и Брамса, и Бетховена, и много сочинений Листа, который также является моим любимейшим композитором. Ну, как организованы эти гастроли, кем? Организованы немецкой стороной, но мне очень помог спонсор, который явился действительно очень фундаментальной такая помощь. Значит, я очень благодарен, замечательная такая наше туристическое агентство, компания «Виста» называется. Вот. Они вот совершенно приятные, милые люди. И вообще, конечно, очень хорошо, что все-таки у нас как-то появляются какие-то вот бескорыстные люди, которые как-то хотят помогать и пытаются, конечно, время тяжелое, но насколько можно, по крайней мере, это осуществить. В доме Горького бывали выдающиеся люди русской и мировой культуры. Здесь играли многие композиторы, выступали самые знаменитые певцы. Да, этот дом многое и многих помнит. Владимир Могилевский знает историю музея Горького, он сюда часто приходит, и он, конечно, понимает, это высокая честь играть в этом зале за этим роялем. Прокофьев «Сюрпризы» тоже очень сложное произведение. Перед ответственными гастролями за рубеж для Владимира Могилевского очень важно подышать этим воздухом истории, подумать и поразмышлять о многом. Главное, чтобы человек был одушевлен своей идеей и своими какими-то действительно целями, высокими целями. Потому что наше искусство, это я знаю точно, очень славится в мире. И русская музыка, вот если говорить именно о музыке, это действительно, как и было, так и есть, действительно наша гордость. И поэтому я думаю, что, в общем, главное, чтобы прошли эти времена и все станет на свои места.